Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч, сегодня хотел рассказать о увлекательной аркаде, которая называется Super Monkey Ball Bounce. Она полностью на русском языке, выпустила такая компания, как Sega. Все очень интересно сделано, сейчас вы поймете, в чем смысл данной игры. У нас есть жизнь, давайте нажимаем второй уровень, нажимаем играть. Все очень просто и очень увлекательно сделано, думаю, вас данная игра затянет. Вот. Она напоминает, сейчас вы поймете, что она напоминает. Нам нужно попасть в различные мишени, которые находятся на уровне. Вот так мы с вами управляем, да, то есть прикладываем палец и двигаем. Нам нужно направить и отпустить. То есть мы направляем, то есть и так. Вылетает вот этот шарик вместе с обезьянкой внутри, она ударяет об различные объекты, собирает различные очки. Вот и весь сам процесс игры. Как ни странно, игра очень интересно, увлекательно сделана. Тут анимация, все, музыка. Мне прям понравилась данная игра, потому что все прям качественно сделано и очень интересно, и графически очень красиво. Вот. И вот так мы с вами проходим. Различные задания нам даются. Какие-то сбить, различные бананы собираем, которые разбросаны по уровню. Добротная, качественная игра. Все-таки Sega — это компания, которая выпускает уже давно очень хорошие игры на различных приставках. И эта игра не исключение, потому что реально интересно в нее играть. Думаю, понравится детям и взрослым в том числе. Вот я, как я понимаю, прошел вот этот уровень. Так, мы набираем различные очки. Вот мы отлично, нам оценку отлично. И вот мартышечка вот это прыгает, бегает. Мы победили, отлично. Давайте посмотрим, какой следующий уровень. Интересная игра, хорошо сделана. Всем советую обязательно в нее сыграть, потому что реально крутая игрулька. Давайте посмотрим, какой будет следующий уровень. Тут даже различные заставочки есть, как вы видите. Эта мартышка кого-то сейчас спасать будет. И сейчас мы попробуем это сделать. Различные подсказки, как вы видите, возникают между загрузками уровня, которые помогают нам понять, как в данную игру играть. Какие-то мелочи мы будем понимать и это... Так, нам попасть... Ого, тут какой-то здоровый чувак, которого нам нужно... Как понимаю, попади в Балисткова 5 раз, чтобы уничтожить его и спасти Бэсби. Отлично, то есть мы не просто так будем стрелять, а надо еще стрелять вот в этого Бэсби. То есть не Бэсби, Бэсби надо спасти, а вот надо в этого чувака попасть. Так, ну нам, к сожалению, снаряд никак не может попасть. Итак, почти что попал. Нет, я промахнулся. Ладно. Попытка номер 3. Направляем, отпускаем и... Отлично! И вот так нам нужно 5 раз попасть, чтобы его уничтожить. Давайте попробуем это сделать. Сейчас я думаю, получится. И шарик промахнулся, к сожалению. Попытка номер какая, не знаю, но я промахиваюсь. Очень интересная игра. Всем советую в нее сыграть. Вот. С вами был Android Андрюдович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч. Попаду, не попаду. И промахнулся. Всем пока.